крутого керри, который будет Ну вот, мешать, но... зависит от того, что они хотят себе в Ну качестве да, ну керри да. пикнуть. Возможно, кого-то с ВНА уберут, если это нага. Да ну Потому что какая он... нага? 10 секунд. Не надо тут нагу брать. Да, что нага нормально смотрится. И медузку бы я еще взял. Эх, они нагу Нага в бане, да. забанили. Вчера была нага Очередь против команды медузы, сил кстати, в одном света из матчей. замечательно. Нага медузы вчера была? Нага против медузы вчера была. Это утром. Утром Как же проходили на хорошо, что игре. я спал. Это играли, по-моему, Фнатики против Ехоумов. Да, если я не ошибаюсь, это были Фнатики против Ехоумов, и там была Нага против Медузы. Не часто ты рад Осталось 10 секунд. чему-то, что распал. Но вот Да, этот тот самый случай. тот самый случай, когда ты доволен, ты Осталось проспал, 5 и ты секунд. думаешь, боже, как круто. Нага и Не, ну Медуза. а вчера вот у Secret Empire была Нага против Спектры тоже, о боже, Нет, Рускит. Спектра, ладно. И тут же Лайфстиллер Очередь команды сил пике от света выбирать. У Complexity нас был Gaming. вчера лайфстиллер. Да, вчера Лайфстиллер Как был. раз таки против Спектры был, и даже И не неплохо, всплыл. не всплыл, но разматывал неплохо, старался, что-то делал, но там был Бубенфест с паком, а тут под что задумка? Тут из дегерующихся только Тут в далеком будущем просто Дарктир. лайфстиллер, и Тут все. просто лайфстиллер? Да. Ну, так надо начинать Залезает контрить. в Осталось голема 10 и идет секунд. горит. Ну не надо! Они же еще дети. Осталось Ну 5 зачем? секунд. Вот это... Ты начинаешь... Урс. Да, тоже А вот вчера такие было. мне нравятся. Турса против Лайфстиллера это весело. Это веселее, чем Нага против Медузы, причем намного веселее. Шедло будет играть на Урсе, да, сейчас разберут героев ребята. Ну, пик смотрится и у одних, и у вторых довольно активно и весело. То есть, в принципе, экшен должен быть забавным. Да, лютых фармил нет, как Нага, Медузы, там, Спектра и так далее. То есть есть Урса, которому надо мало для экшена, Лайфстиллеру тоже не особо много айтемов надо. Не, понятное дело, что он с шестью слотами тоже неплохо разваливает. Там есть Дум, вот в чем проблема. И единственный керри-герой, который и так контактный и всегда должен находиться в эпицентре файта, это Урса. И если вдруг по каким-то причинам он не зафокусил Дума в секунду, и Дум повесил на него ультимейт, то все становится очень плохо, потому Осталось что остается 10 только секунд. инвокер. А Ну этого да. мало. Ну что же, начинаем мы с вами смотреть эту игру. А сейчас буквально мне нужно сделать Штрихи, штрихи, последний давай. штрих. В офлайн нужно Вы выйти, чтобы не готовьтесь бить. добавляли вы меня в друзья, а то вы очень хотите со мной дружить и постоянно добавляете. Ты не хочешь Давайте, дружить? я самый дружелюбный человек вселенной. Ты чё? Поехали, поехали. Wings против Complexity, первая карта серии. Смотрим за игрой и будем надеяться, что игра будет веселая, потому что веселье это то, что нам надо в эту чудесную субботу. Это чудесное субботнее, ну, уже не утро, все, нет, ну, все-таки это еще Пусть утро. это будет утро. Утро это тогда, когда ты просыпаешься. Если ты просыпаешься и ты чувствуешь, что тебе хорошо, скорее всего, это утро. Да, ясно, поехали. Wings, Shadow играет у нас на Урсе. Innocence играет на Дизрапторе. Товарищ, я так понимаю, Blink, Блин, да, это да. Blink играет у нас на Инвокере. FaceBian играет на Бетрайдере, 30 секунд и до начала Ice сражения. сыграет на Рубике, который, ну почему-то чертовски похож на Фуриона. Ну ладно. Complexity Swindled будет играть на Dark Serie, Limp, Death Prophet, Chassis, Life Stealer, The Freak, Doom и Handskin, Crystal Maiden. Ну что, поехали, битва за Баунти Руну. Не будет, к сожалению, разошлись по разным Не-не-не, лейнам. сейчас на топе может лайфстиллер включит рейдж, пойдет ее брать, но нет, не пойдет, отдаст там просто сейчас блинку и все нормально, да, заберет здесь спокойно Битва Вокер руну, а и на начинается. нижней руне точно так же спокойненько достанется Баунти Лимпу. Ехала, ребятки, давайте экшен, не будет у нас агрессивный, а нет, будет у нас агрессивный трипл лейн команды комплексити, правильно? Правильно, Но правильно, правильно, они... да, Подожди, подожди, подожди. пошел Чесси, пошел. Агрессивный трипл лейн. Да, Ханскин побежал и А как это Думкин. может быть агрессивный трипл лейн, если там есть Дум? А ну это не и там тоже агрессивный триплейн с Урсой и с Рубиком. Они друг друга пытались надурить и в итоге надурили друг друга. У нас будет Дарксир стоять против Рубика с Урсой. У нас будет в миде пытаться Дизраптор как-то помогать своему инвокеру. Ну, а здесь будет Лайфстиллер стоять против Битрайдера. И вот действительно агрессировать как-то с Думом Битрайдера ну такая себе Тут идея. Кристал Мейденка может помочь, а Дизраптор уже должен отправлять по сути на топ, потому что он то сам ключевое звено в обновлении Дарксира.
Опять-таки, гнобить на легкой линии Дарксира, ну, где-то не так круто. Не получится просто. Свиндлс уже начинает делать пулы, и у него пачка крипов просто. Нет, самое главное, что ты можешь проявить на него агрессию, когда он будет убегать, ты его просто глимсуешь, и все. Это самое важное. А это изи лейн, оф лейн, без разницы. Чесси, два стока получил. Ходит сюда Дизраптор. Будет ли глимс? Нет, не будет, конечно, потому что он рейдж нажмет. Да, но держит до конца. Сейчас Чесси видно, что если на него будут нападать, моментально будет вкачать рейдж, и ты его просто так не поймаешь. Пошел с ваплейнами. С ваплейнами Бетрайдер улетает на топ, будет стоять против ДСа. То есть все-таки ты выйдешь, не выдержишь, не выдержишь немножечко Wings. Мне кажется, что может и не стоило это делать слаб, но понимали, наверное, что Ксир не загнобить, тем временем инвокера в мини принимает, со страйк залетел, Z-Freak, нет, не уходит, хотел сказать, уходит, но, к сожалению, не уходит. Он, и у нас получилось, что два фрага произошло в миде, Doom забирает инвокера и, собственно, тут же погибает. Отличный, отличный выход, вот тебе агрессивный Doom, вот тебе веселье, вот сразу побежал, все, говорит, ребята, он трогает тапки, я пошел в лес. Да, и правильно сделает. Клэпнул неплохо. Транквилы имеются, ТПшка есть, смок есть, это значит, что он готовится к следующему выходу. Не будет особо долго зависать где-то. Хотя третий, наверное, стоит апнуть. Третий ап пойдет. На самом деле, Doom в команде с ЦМ-кой — это чит. Потому что единственная проблема Дума в лесу — это нехватка маны. А с ЦМ-кой она решается просто на ура, потому что это дополнительный ман-реген. Ну да. Он очень сильный. Но мы видим, спрашивает Swindles, какая причина паузы. А, и Swindles, кстати, вот это вот очень интересный вопрос. Swindles задает, говорит, админ, мы только что свапнулись линиями, и мы хотим знать, в чем суть паузы. И не реагирует никак. А, потому что это действительно имеет смысл. Swindles задает абсолютно правильный вопрос. Потому что это может быть просто тактическая пауза, которая правилами запрещена. То есть как бы произошел свап, и люди быстро не могут среагировать. И они такие, о, давайте возьмем паузу, типа у нас что-то там мышка у кого-то отошла, а сами параллельно обсудим, что нам сейчас делать, да? Нет, на самом деле это невозможно уловить пока. То есть ты действительно говоришь, что у вас там залагала мышка, раз там начинаешь двигать демонстративно, что что-то не работает, в это время обсуждаешь. То есть не проблема написать, сори, лагает мышка. То есть то, что они ничего не написали, это косяк, а то, что это невозможно отследить, это немного другое. Ну блин, они же сидят на лане, блин, люди видят и так далее, то есть есть же админы в кабинках, которые стоят, так что... Принципе... Ну админ подходит, он говорит, о, заработало, типа, ну ладно, погнали. Читеры, да. Да, вот эти пупей-паузы работают, все как положено. Ну ладно, да, действительно, свапнулись линиями комплекте. Честь оказывается на топе. А, третий левел у него, помогает ему здесь Хански. Ну и на нижней линии у нас будет Swindles стоять все-таки против той самой Урсы, против которой он стоял в самом начале. То есть все-таки своего комплекте добились. Стоит Дарксир там, где и хотел он стоять. Ну и мы видим, здесь проблем у него нету абсолютно никаких. Тут у Бетрайдера могут быть проблемы. Нет, нет, летает Firefly, еще сатиры откидываются. Волнами. Ой, вот это вот надо как-то постараться зафармить сейчас Бетрайдеру. Много-много стаков. И действительно денег зарабатывает здесь огромное количество фейсбайн. А у него 16 на 3 уже крипстат. Это второй крипстат вообще на карте. Ну и пока вообще с крипстатами у Wings все очень круто. Рубик пытается в спину выйти. Рубик, хорошо. Рубик на лимфа. Рубик, больно. А больно-то? Да ладно, что как? Ты делаешь? Как это происходит? Профессиональная команда в Dota 2. При том, что... Ты же вроде как, ну, видишь, куда летит Sunstrike-то. То есть, ну, ты же из-под него выкидываешь, получается. Ой-ой. Ну, это косяк прям жесткий, косяк. Который стоил килла. Это реально косяк, причем очень важного килла. При том еще, что делался сюда телепорт на подсейв. То есть, это еще были бы лишние деньги. А в итоге лимфуловый и не делает фраг, ну, лол, ну, как же так? Ну, такие ошибочки, конечно, бывают. Но вот в начале игры при счете 1-1 на пятой минуте, это же невероятно важная ошибка. Как же хорошо бы сейчас зарешал вот этот удар на ровном месте Swindles. Подразмяли его, 3 тычки ему дали, ему более чем достаточно. Там, конечно, дабл дэмэдж удар к серому пытается ласт-хитить все, что можно, но... Видим, что Урсо, он, понятное дело, боится. Да, Урса с фейзами тем временем. Ну, а Z-Freak выбрался в чужой лес и находит его фейзбай. Ну, проблемы огромные. У Z-Freak сейчас должны быть. А будет за ним Бетрайдер лететь до конца. Не, он будет просто так и забирать. Решил, что там землю включит Z-Freak и все равно уйдет. Ну, в принципе, да. Очередной выход. Swindles на этот раз отбрасывает хорошо. Айсайс, и это фраг. Swindles все-таки немножечко перебыковал здесь. И втроем с двумя саппортами и Урса его
смогли убить. Там интересно то, что на оффлейн вообще забили. Бэтрайдер решил то, что у него и так все неплохо, и он будет сразу в леса. Разминает за фрика, земля еще есть, сатир также работает. Подходит сюда инвокер, есть колд снэп, за фрик. Как же ему неприятно, здесь уже и рубик. Ставится филд, и за фрик здесь, скорее всего, погибнет. Так и есть. Банша немного перебывает, честно, наверное. Хотя фейт... Не, нормально, нормально. Фраг должен делать лимп, все верно. Высыл жизнь из-за своего оппонента. Ну, лимпсанули. Лимп. А там форгиты, уже очень много минус армора, откатился cold snap, пошел сюрж, и лимп, скорее всего, здесь погибает. Да, так и есть, и смыдлс на самом деле перебаковал, потому что сюрж когда еще 5 секунд, а сайз не хватает маны на телекинез, уже вот теперь хватает. Ну, в общем, все равно получилось более-менее в плюс, ну как более-менее, такой косарь. Серьезный довольно плюс, да, ну хотя тут еще посчитала смерть Дарксира, которая произошла, черт пойми, когда вообще... Так что такое. Это неправильно немножечко. Статистика, скажем так. Самое главное, что в это время фармил лайфстилер. Лайфстилера уже никто не трогает. Пятый левел, но тоже фармит шэду на Урсе. Как бы у него 6.5 уровень. Как бы Урса немножечко впереди, если сравнивать с лайфстилером. Ну и у Банши беда. 21.6. Ну хотя как беда. В принципе, инвокер недалеко ушел. 23.12. Единственная проблема то, что у инвокера 1.1.2. Ну а тут тоже 1.1.1. Как бы тут более-менее все ровненько они идут. Если глянуть даже по нетворсу, то Банша впереди на 200 голды. Воу-воу-воу. Полегче Банша. Слушай, серьезно, Банша-то собирает выигрывать кто-то. Там спину опять смидлс. А если там мана телекинез, только на что-то одно. Ну, на сюр сейчас будет, там соуринг еще есть, вот подтягивается, санстрайк. Но... Как это работает, скажи мне? Как это, ну, люди не знают. Но, кстати, смыдлс все-таки подставился, сейчас его глимсанут, даже если он постарается убежать, он пытается мансовать, да, шэдоу его забирает. А, то есть дизраптор — это смерть для Дарксира, и прекрасно понимает это смыдлс, он надеется, что дизраптора здесь не будет, хоть и у него стоит вот здесь вард. Ну, при том, что он напнул дизраптора уже до 4.5 уровня, сейчас будет 5, будет 3 глимс, там у Дарксира вообще шансов нет, он там может убежать на огромный рейндж, если ему первую повесить успели, то извини, да, добро да. назад. Его будут ловить, его будут возвращать, его будут избивать. Так что поосторожнее надо быть с Windows сейчас. Может быть, даже стоит не тусоваться здесь сложно. Может быть, стоит как-то пойти в лес. Но в лес он не может пойти, потому что там и Ханкин лесная ЦМ-ка, и Doom это лесной, Doom Z-Brick. То есть бы Дарксиру надо тусоваться на линии. Потому что леса заняты, свои, чужие. Там смог в мидл, выход на лимпа. Будут ли цеплять? Вот он дизраптор. Можно ставить филд. Пошел глимс в центр. Санстрайк. Минус лимп. Ой, еще и ЦМ-ка сюда прилетает. Куда же ты, дружище? Дабл килл от инвокера. А вот это вот был полный провал, не знаю, с чем-то был ТП. Куда Зетфрик? Зетфрику надо отсюда уйти. Я уже думал, что Дум пошел тоже помогать. Еще и Рошаны идут фармить. И почему бы и нет? У Урсы есть маска. Спокойно она его заберет. Хотя, кстати, если сюда хоть кто-то придет, можно будет неплохо подразмять. Вот Свиндлс видит битого Айс-Айса, начинает его колоть. Свиндлс забрасывает на хайграунд. Это небольшая проблема. Он может дальше догонять людей. Но почему-то не стал. А побежал бы, че? Быковать, тут все битые, может быть, не остались бы. Вот в очередной раз Бэтрайдер на 6 уровне не берет лассо. У него, кстати, такая прям фишечка, он на 7-8. Ты имеешь в виду Фейсбьяна вот да. этого? Может быть, чувствует, что вот полезнее будет на 6 левеле. Ну, может, говорит, что быстрее выфармлю чуть-чуть этот дагер там. Ну, это такой я не особо... Выходит инвокер, лимпу в спину, начинает его разминать. Если cold snap, ставится филд, пытается присосаться, но, извини, слишком много минус армора, и ты все равно погибнешь. Да, действительно, не было бы форгидов, понятное дело, скорее всего, выживал бы, хватило бы этого... Ну, на этот раз санстрайк хороший под глимс, на этот раз затайм. Опять Ханкин бесполезным абсолютно от куском 191 голды оказывается в миде, непонятно зачем, ну, блин. Батан, ты же лесная СМ-ка, иди в лес фармить, все, вот стаки у тебя тут делают, чуть-чуть, чем ты занимаешься? Знаешь, если так будешь делать, потом на тебя нахваняться. Скажут, ну что у нас, саппорт лесной, что ты помочь не, ну, не так, можешь? Подожди, а вот смотри, а вот это вот нормальная пошла игра, правда щиток упал, но Innocence погибает, и лайфстиллер делает первый фраг, пошел дальше. Ну, сейчас можно уйти, все-таки надо подрегениться. Что Ancient Thunderheart это не лучше. Чуть два куска на руках у этого лайфстиллера. Это Fast Radiance должен быть, и Чесси прекрасно понимает, что если у него будет Рейденс к 20 минуте, а у него может быть Рейденс к 20 минуте, то залезать вот этого дракона, нет, не вот этого голема, а любого дракона, либо первого, голема, который показал, вот, неплохо вот было вот в этого, бы. Да, залезть, да, вот в этого голема было с бы Рейденсом, забраться, знаешь, да, с Рейденсом. 8500 с башами, клэпами такой. Идти и радоваться жизни.
И это будет проблема, потому что, ну, как бы, Дизраптор, ГГ, Рубик, ГГ, он ничего не сделает. Ну, вот Продаурса есть, которая, в принципе, может разбираться с этими крипами, но вот Радианс тоже проблема. Мидас, да, 10-я минута, не так плохо. Еще недавно мы говорили, то, что у Инвокера 1-1-2, сейчас он имеет 4-1-3. Тотальный подфит в мидле прошел. Поэтому Инвокер, понятное дело, выбирается на первую строчку. Они туда приходят им рут. Я говорю, Цемки, как говорят, если он не пойдет, ему скажут, что он потом пассив и не помогает. Кстати, Урса сейчас может погибнуть. Да, да, тут байтанул очень хорошо с Вендлс, пацан Страйк забегает, нет, уворачивается с пацан Страйка, надо ему еще чуть-чуть помансить, еще один удар пережить, нет, он не переживает, но Шэду сбрасывает Там есть Санчик. Дум? Есть Дум. Ой, его и так забреет, его и так забреет. Ну, в принципе, вот сейчас размен хороший. Если бы еще чуть-чуть выиграл времени, буквально там секунду одну выиграл времени бы еще с Windows, это был бы вообще размен просто Урса в ноль, было бы круто. А так, хоть чуть-чуть разменяли. Готов таки Роботрайдер и очередной смоук от Винкс. Они начинают перемещаться в сторону ботома, собирают подефить свою Т1. Это, наверное, правильное решение, при том, что у них такой сильный Бэтрайдер сейчас 7 уровня. Рубик тоже сейчас 6 апнет. Дизраптор тоже имеет Статик Шторм. Тут неприятно будет. Очень неприятно. Лесная Цемка имеет такой же уровень, как ребята, которые просто делали отводы и фармили на лейнах. Короче, и умирал очень много. Дум нашли его, цепанули. Вот, ну, на это просто лосо имеется. И в санстрайк завозят спокойно. Да, за трика здесь убили. Через лосо убили. Вот видишь, что 2 раза ошиблись с позиционкой под санстрайк, но после этого начали все точно, четко делать. Еще если бы он на лосо увез из санстрайка, я думаю, то вопросы бы начались глобального плана. Ну да. Все ли хорошо со зрением? С ручками не так, наверное. А, нет, ну тут, наверное, со зрением все-таки ты прав. С ручками может быть все так, может, человек просто не видит, что ли, куда тащит. Черт его знает. Тайден Тауэр будет падать, и посмотрим, будут ли американцы дефить его. Пока не особо на это похоже. Да, они стягиваются. Глиф есть в запасе. Да, его прожимают, подходит за Кристал Мейден. Кстати, неуверенная в себе, не качает ультимейт. Вот сейчас 7-й, тоже не качает ультимейт. А я бы качал сейчас на ее месте. Ой, тут пришел. Шел, дружище. Бить. Ай, не хватило чуть-чуть ренжа. Вот сейчас ошибается немножечко лайфстилер. Он слишком рано начинает бегать в этом Ancient Granite Golem. Да, понятное дело, с Айншеллом он крут. Но ему надо бы фаворить. Ой-ой-ой-ой-ой, айс-айс. Ой-ой-ой, бежать, лететь, все. Слушай, а мне кажется, это баг, то, что Гранит Голем, в котором сидит Найкс, отображается на мини-карте как Гранит Голем. А не как Найкс. Да, ну то есть тебе на самом деле очень трудно увидеть его перемещение по карте. Да, да. То, что, допустим, он на каком-то лейне стоит, там ты. Так в этом, наверное, и чит. Ну, это как бы герой. Как бы да, но он же типа заныкан. Ну ладно. Вот пока он в этом Ancient Granite Golem, кстати, у него фарм очень сильно приостанавливается. То есть, если, например, 2 минуты назад лайфстилера и у инвокера были просто одинаковые цифры, мы видим, что сейчас лайфстилер просел. Но, правда, Тавр заберет, немножко подтянется. Но суть в том, что... Ой, там у Зафрика проблема, будет ли Глимс. Глимс уже был, он выживает в итоге. Лим был еще рядом. Трешка у Чесси, и мы ждем, когда у него появится Радианс. Потому что с Радиансом это, конечно, жуть, печаль, доска. Да, я вот сейчас вот понял. Пытаюсь найти на миникарке лайфстилера, и такой, черт, 4-4, где пятый? А вот он, пятый, вот он. Формирует себе на линии 82 дэмэджа. Ну, в принципе, точно так же, как у героя. У героя 84, у голема 82, так что нет разницы, в чем фармить. Какой. Так, сейчас на лассо не хватает чуть-чуть. Пошел санстрайк, чекует Рошана. Ну и минус фейтган. Ну, не повезло здесь немножечко Бэтрайдеру. Нашли его, собственно, на Сентке, который был поставлен буквально 5 секунд до его захода сюда. И Wings надо немножко отойти. 1.5 графики стоит глянуть. Wings ведут 2500. Преимущество очень маленькое. 1500 экспириенса. Это почти ничего не значит. Учитывая, что они-то забрали 2 тавера в комплекте 1. Так что, в принципе, сейчас колы заберут еще одну вышку, и все будет. Там сейчас ровно. Пока вышку забирает инвокер очень активно на топе. Причем Т2. Пургиды расстреливают. Полтавера уже практически нет. Резается Бэтрайдер, есть лассо, есть мана, барабанщики появляются у инвокера, ну и пошли духи в мидл. Да, ну понятное дело, что нужно крипов поубивать, танкует пока этим гранитным древним големом спокойненько Чесси, и понятное дело, что возможности танковать просто невероятные, можно вообще весь тавр вытанковать.
Но лучше бы его кто-то еще подхилил. Так, пошел взрыв. Проблема огромная. Его, извините, его просто заколет сейчас. Голем, так оно и есть. Его просто избивает лайфстилер. Размен один в один. Проблемы также у Шэдоу. Он пытается убежать. Очень больно Шэдоу. Невероятно больно Шэдоу. Чейзи пытается его догрызть. И догрызает Чейзи. Это даблкил от лайфстилера. Ему так как-то надо выжить. Боже, как же его наваливают вот эти вот форбиды. Но они Новый год от Демки просто великолепный. Разгоняет всех абсолютно. Погоня пошла за инвокером. Swindles выжигает. Неужто не угадает? Нет, не угадал. В итоге один инвокер остается в живых. Минус 4 на одного дума. Великолепная игра. Это фактически готовый Radiance, наверное. Да, это уже рецепт на Radiance имеется. И 3200 в кармане. То есть осталось буквально чуть-чуть пофармить. 600 голды. Будет Radiance у лайфстилера, который сделал даблкил. Большие, мы видим, появляется. Это на самом деле настолько жестко. Он идет в центр файта, просто в центр. А и бьет Рубику лицо. Он просто идет и бьет Рубику лицо, да, с руки. Да. На нем висит щиток, и ты на него смотришь. А теперь думаешь, прикинь, на нем еще будет висеть щиток, он будет жить радиансом. Да. Его бьют, они промахиваются, потому что радианс. Ты его убить не можешь, ты его застанить не можешь, ты вообще ничего не можешь сделать. Но проблема в том, что если в этой стратегии... Он еще бафает команду на 15%. Это жесть. Ну, я на самом деле смотрю, вот Рубик, он такой вроде все правильно сделал, зашел, потом смотрит на эту голему, и что он может сделать? Ничего, вообще. Это бесконечный Black King Bar и 2000 хп. Ты такой стоишь и думаешь, ну блин, так это вообще не делается. Горит двумя радианцами на тебя. И ничего, тебе надо, у тебя остается один вариант, просто бежать, все. Ему пофиг на дизраптора, ему пофиг на Рубика, ему пофиг на Бетрайтера. Эти три героя вообще ему ничего не делают. Прям вот совершенно ничего. А Урса, если будет фокусить 2000 хп, это ну, что? Это 1/4 Рошана. Да, он 2 оверпауэра даст, а 7 или 8 ударов надо бить, но это надо, чтобы вся остальная команда была АФК, а лайфстиллер просто стоял, тоже ничего не делал. Смог от кола, им надо еще какую-то драку навязать, им надо выиграть еще совсем чуть времени для того, чтобы Чейси нафармил свой Radiance. У Чейси 3500, ему 2 пачки крипов осталось убить. Ну и вот где-то надо какую-то драку навязать. Маякует оранжевый, маякует здесь на Innocence, говорит, ребята, нам надо что-то делать с этим чудищем, но что с ним делать? Ну, да, вы прибегаете ганкой, 2000 хп. Он чувак разворачивается и уходит. Он начинает уходить. Даже если вдруг вы добиваете этого голема, вылазит еще одно чудище с рейджом и бежит дальше. Да. Да не, ну это нереально просто. Есть Radiance, все, есть деньги на Radiance. Вот он, Radiance появляется, уже летит сюда, он к Найксу. Слушай, а если Найкс сидит в големе, ему не надо вылезать, чтобы вложить в себя я шмотки? Я думаю, нет. А вот как? А как курьер передаешь шмотки? Да вот, нереалистично, Dota 2, Valve, возможно, в рот закидывает голему? Может быть, и голем такой, Radiance проглотил. Было бы весело. Да, ну и вот сейчас мы будем наблюдать, да, ничего больше интересного на карте не происходит, поэтому я показываю действительно вот этого лайфстилера, который здесь момент сидит. Момент передачи? Передал просто, но нечестно. Ну, это. Не знаю. Ты выбираешь Ancient Green Голема, а у него нету инвентаря, и ты думаешь, черт, а вот он Radiant, запрятанный, сидит. Ну, поехали, а вот теперь будет весело. На нем еще и висит Ice Armor, который ему повесили, это нормально вообще? А как на голема можно повесить Ice Armor? А вот так вот. А щиток? Еще и Surge! Еще и Surge. И Surge, щиток, Ice Armor и все остальное. А, смотри, идет. 16 армора, под Iron Shell'ом, с Радиансом. Он просто выходит, смотри на Рубика. Та-да-та-да-там. Типау. Спасайся. И этот завис что-то. А у него есть типаут. Есть типаут. Не трывала. Тарам-тарам-там-там-тарам-там-тарам-тарам. Нет, Чейси тут затупил, конечно. Не надо было големчика отдавать. Да, ну, возьмёт там или дракона. Он сейчас умрет просто за это. Ну, и что это было, Чейси? Ну, тут Swindles, конечно, подхилит, и повезло ему, что так он тут умрет Бетрайдер, скорее всего. Не, ну окей, но все равно Чейси-то големчик-то потерял, и Фейтбайт пытается еще улететь. Да, зарабатывает фраг здесь лайфстиллер, надо идти искать нового голема, их тут целый набор. Их тут целый набор, бери дракона, голема. Я лучше голема, лучше голема. Дракон, по-моему, голема смувспид больше, 270 у голема, а... 300. Дракона бери! Дракона еще фаербол есть. Он же еще поджигает. Ну да, кстати. И армор дает. Давай, кого выберет Чейси? А, конечно, дракон. Выбери меня. Он просто не может Чейси попасть в него. Думает, так. Сейчас мне надо отвезти их. Сейчас кого-то ему бы дополнить за дракона?
залез. Допрос. Все, отлично. Все, есть дракон. Полетели. Ну, а, кстати, блин, мувспид же Найкса передает, о чем я? Какая разница? Мувспид все равно будет такой, как у Лайстилера. А, кстати, вот это неправильно. Это же не своими ногами ходишь. Да. Есть дракон. Ему еще и тяжелее, кстати, становится, когда в нем Найкс. Ну да. Действительно, я, ну, было бы логично, если бы был в мувспид того крипа, в которого ты залез. А так ты летаешь со своим мувспидом 400 мувспид просто. 400 у него. И побежал, давай, все, 400 мувспид. Это самая интересная игра. Ancient Black Dragon. Когда... Я вот, ну, ты понимаешь, что я уже вот Лайфстиллера показываю 5 минут ровно. Вот вообще ничего больше не показываю. Вот, побежали, а, сейчас интересно. Дри. Шук, фарми. На 522, здорово, бежать. Курса делает блинкаут. А что делать? А ничего ты не сделаешь, ты просто ничего не сделаешь. Главное, может, что это фиксить надо как-то? Ну да не надо, это фиксить. Это нормально? Это нормальная дота. Хорошо. А, главное, чтобы вся остальная команда сейчас чем-то занималась. Она фармит, вся остальная команда. Ну потому что Лайфстиллер фармит сейчас мало. Он гоняет людей, но он почти не фармит. Но при этом у него он творчество такой же, как у Урсы. Ну, вообще, да. Это значит, что Урса не фармит тоже. Да. А где он? Я его не могу на карте найти. Он вот за инвокером. Он такого же цвета, как инвокер? А, да. Миникарте. Ой, айс-айс. И тип-аут. Поехали гореть. Просто летит за ним. Что не пошел дальше? Что, лети, да. Беги за ним, да и все, пофиг вообще. У тебя там еще целый зоопарк стоит. Любого выбирай. Ничего не происходит. Ну да, как бы у нас есть Найкс, который выжигает всех крипов. Типа быстро выжигает что-то фаербол. Лишь медленно фармит. Мне бы так фармить всегда, как он фармит фаерболами. Фаербол, конечно, круто фармить. У него еще реген на маны офигительный, потому что у него Кристал Мейден в команде. Поэтому у него вот эти фаерболы вообще не заканчиваются. Летает по карте со скоростью 400. Ай, хорошо. Лес замес. Кстати, странно то, что у нейтральных крипов нет показателей ловкости, силы и так далее. Почему странно? Ну, потому что монопул-то у тебя берется обычно из... Ну, от твоего интеллигенса? Интеллекта, да. И уменьшается он с падением твоего интеллекта, а тут в итоге непонятно, умный или нет дракон, но при этом у него 500 монопула. Не, ну это было бы слишком сложно. Тогда, если было бы там интеллигенс у крипов, тогда, наверное... Хотя не было бы... Так а что сложно? Ну просто у депа чуть быстрее разматывал их, воруя интеллектом и так далее. Это было бы не круто, там тем временем цепанули у нас до ума, затащили его на хайграунд, и у Z-фрика там нету форстапа, нету. У него есть стихи и попытка сделать тпаут. Нет, флеймбрей, конечно, скинули вниз его, может, что думом заткнуть, а он обойдется. Слушай, на него слишком много потратили, его, кстати, еще и могут засейвить, нет, все-таки его добивают, дракон побежал за фейсбьяном, тум блинканулся уже отсюда не сможет никак этот бетрайдер, и бетрайдера просто выжигать, да ладно, форстап, но тут же фаербол бетрайдера на хайграунд, это минус, развеняли его на дума, но в пятером сюда стянулись, кстати, комплекте. Уинкс очень круто действует сейчас против этого Лайстиллера. Очень круто. Инвокер молодец. Да. В очередной раз инвокер показывает этот уровень игры, когда он начинает сплитпушить с дикой скоростью. У него, опять же, по фарму все великолепно. 10,5 тысяч на творца, и скоро будет агоним. Да, он понимает, что сейчас с Найксом ему ничего не сделать, но можно обогнать его в 2-3 раза по фарму и потом уже общаться. Да, Блейдмейл приобретает. Ну, кстати, сейчас много в танкового, поэтому актуально. Какой-то бетрайдер может на нем и пухнуться. Может быть, да. Вот так вот, если бы его все это время вот так вот с Блейдмейлом месили, я думаю, там явно один или два человека бы просто-напросто копытка-то отбросили бы. Копытка отбросили. Копытка. Кентавр, может, там. Кентавр. Так, что покупает Лайфстиллер? У него 3000 почти, 2600. Кирасу, скорее всего. Да, ну да, нужна здесь Кираса для команды, это понятное дело. Не, он покупает Владмир. Тоже неплохо. Тоже хороший вариант. Стой просто на линии. Вот никуда не ходи, потому что тебя просто-напросто перебегают. Да, смотри, ты забираешь постоянно стак крипов, что можешь в это время сбегать в лес, фармануть еще один, вернуться и так делать нон-стоп. При этом по фарму ты вообще не просядешь, у тебя будет все великолепно. Слушай, сейчас такой был веселый момент. Он подбегает этим драконом, бьет крипов, мимо проходит дум, крипы просто согреваются и уходят за думом. Ну, потому что дум, у них приоритет-то на героя, они думают, так, ну это дракон, это наш сосед с северного полушария оттуда. Мы его трогать не будем, он же наш. Будем Дума бить. Дум — это злой человек, а вот этот вот наш пацан. Инвокер 12 тысяч на творца, и есть почти Аганим. Ну, блин, красавчик просто. Минус Тавр, Аганим готов. 600 сверху еще даже есть. Какой-то Блэкинг Бар собрать. Ну вот что Урсы? Как дела Урсы? Старается держаться вплотную к
лайфстилеру по нетворсу и собирает блокинг бар. Да, все правильно делает, как бы БКБ хорошо, потом можно еще и гонить собрать. Вообще, вот сейчас слишком долго и слишком медленно играть комплексити. Им надо... Осаждать хайграунд им надо, да. На самом деле. Вот каждый раз, когда откатывается экзорцизм, вот сейчас они Рошана бьют, каждый раз, когда откатывается экзорцизм, надо подходить, чтобы лайфстилер танковал в своем драконе, а банша просто разминала тавр. Потихонечку забирать это как-то. Но пока Рошан тоже неплохо, а Эгис... Ну вот лайфстиллер продолжает летать в миде, и ну с инвокером уже такое себе ПВП у него будет, если честно. Если он пойдет на инвокера, то инвокер в принципе может дать бой этому дракону, он просто малакрити начинает наваливать вместе с форгидами дракончику. Да, двушка хп, но опять-таки бить, и все будет хорошо. Нужен экшен, нужно агрессивнее играть колом. Нужно вот, чтобы прям вот драка вот прям сейчас шла. И нужно, чтобы висел Iron Shell на этом герое, на этом драконе, точнее, на герое. Нужно, чтобы он стоял вот так вот просто вот здесь. Ну, возможно, сейчас вот здесь вот стой, а вот не иди туда. Вот просто стой здесь, не иди. Ладно. Иди. Ладно, лети. Это же дракон. Знаешь, как ты, говорила, ты как не говорила, драконов. Как говорила Эллочка Щукина в известном произведении Ильфа и Петрова, не учите меня жить. Вот не будем учить его жить. Хороший фильм, надо бы пересмотреть. Как фильм называется? 12 стульев. А-а-а! Смотрел, когда ехал в поезде. Хорошее кино. Доброе. Хорошее кино. Ну что, хоть что-то будет происходить? Такой себе добрый, на самом деле, комментарий под кино, где все в итоге друг друга перерезали. Не, ну как, подожди, ты немного какой-то не про тот фильм, наверное. 12 стульев? 12 стульев. В конце он своего друга, когда узнал, где последний стул. А, стоит. Ну это не считает. А, ну, это... Один в расход не в счет, ну, да? Ну это такое, ну, а я не плачу. Не улыбаюсь. На все вопросы. Ладно, не люди там, пришли посмотреть Доту, да. Да. У нас тут 12. Не, ну много молодое поколение, много людей не смотрели, этот фильм. Даже, а вы посмотрите его. Есть две версии. Одна чуть получше, вторая чуть похуже. Посмотрите, обе хорошие, хороший советский кинематограф. А сейчас Prison Break, кстати, снимается пятый сезон. Вот видите. Молодое поколение. Prison Break, пятый сезон. С теми же актерами. Да. Я его смотрел еще, когда в институте учился. Ну, так и я. 10 лет назад, не знаю, куда это. Может, лет 8 или 6. Ну, да, где-то. Чувак, мы, у нас тогда, чтобы ты понимал, мы тогда на диски записывали сериалы. Ну, рассказал мне, как будто у меня такого не было. Да что, как бы, флешек... РВ-шечный диск пользовался особой популярностью, потому что у него можно было перечислять. Ты понимаешь, что я как бы игры разбивал в архивы, это Championship Manager 2000 года, разбивал архивы, еще на дискетах когда-то таскал. Так что такое, ну вот это вот нужная игра. О, да, то, вот все, и вот здесь и летай. Вот это твой фронт, ты здесь летаешь. Туда-назад. И враг не подойдет. Враг не блинканется. Враг ничего не сделает. Там, правда, идет размен. Там идет размен, пытается блинк забрать Т3. Но Т3 у него не получается забрать. Здесь они в смоке, они хотят на развороте подраться. Они хотят подраться на развороте. Пошли досты. Нет. Ай. А зачем был смок? Отбили. Лимп. А это бред. А вот это сейчас плохо. Лимпа сейчас теряет. Это Егис. Это ПК Егис. Блокинг бар прожал Урса. И ультимейт тоже. Там, ну, а никого же нету. Никого нету. И не может дракон ничего сделать. Он пытается как-то драться. Мы видим, что уже и Айсай, все пофиг. Потому что у него есть глиммер. И в итоге это минус большая. Кстати, и дракона могут размотать. Не, ну дракона они не размотают. Потому что пока они его будут бить, у них у всех хап просто заканчивается. Но суть в том, что, блин! Глимп станули большой. Зачем люди поразлетали? Оставайтесь и дайте почему бой. Почему они прожали смоук? Я думал, что они будут драться на развороте. Они решили тэп-аут и кастовать. Комплексити. Но... Соберитесь. Сильно разменял ботом. О, так там неплохо. Там... Ну, он сильно его размял. Там... Инвокер красавчик, кстати. У инвокера персеверанс. Не, он молодец. Инвокера персеверанс. А что это? Ленка Дума, скорее всего? Или же это будет рефрешер какой-то. Ну, рефрешер ему не особо. Хотя, знаешь, рассказ дать. Два рефрешер, рассказа. Рефрешер, если хорошо. Он пианист, конечно, он сможет с рефрешером справиться. Да ничего там, зачем, боже. Это не надо быть страшно. Пианистом? Надо быть. А, может, просто эти... Как его? Макросы или как они макросы называются? Макросы на инвокера, боже. Две кнопки нажал, и ты бог инвокера. Голосовые команды и так далее. А что такое есть, Зути?
Да, есть. Блин, любую софтину ставишь. Не, так нельзя в доте, ты что, прикалываешься? А что в кабинке? Значит, нельзя. В кабинке что творится? А, там каждый орет, и у тебя инвокер начинает юлы там раскидывать. В кабинке не пойдет. А дома спокойно дома вы можете поставить программу, которая по голосовой команде будет вам инвоучить нужный спелл, и все. То есть вы просто говорите, сидите, snap. Шпилите в микрофон, говорите call snap, или просто snap. И оно тебе просто прожимает call snap и invoke, он у тебя уже готов, тебе только спелл нажать. Слишком долго он тут запрыгивает, кстати, будет пытаться его догнать. Тут же у нас Innocence пытается с блинка как-то ворваться в драку, врывается, и все, драка закончилась. Делай стилер, чем он занимается? С такой звуковой командой с рефрешером можно и рэп зачитать. Можно. На инвокере. Можно. Call snap, forget. Там, я не знаю, поехали. Blast Meteor, да. Yul, Hex. Ну, ты же понимаешь, что должен быть еще, как бы, ты должен еще понимать, что есть, как бы, cooldown инвока. Ровно 2 секунды, да? Но все равно есть. Ты говоришь, call snap. Вместо инвока будешь говорить раунд. Call snap, торнадо, да. Call snap, торнадо, алакрити, санстрайкс, раунд там, да, и поехали, новый. Метеор. Сидишь в таверне и говоришь там, метеор, бласт, cold snap, санстрайк, торнадо, ЕМП. ЕМП это все уже когда... Все здесь. Все здесь. Все здесь. Смешно. Так надо. Инвокер-рэпер. Инвокер-рэпер. А следующий... Нет, это все-таки Линкен Сфера и Кираса появляются к временем лайфстилера. В игре по-прежнему происходит вот... Мало что происходит. Да, просто фармят команды. Единственный пуш был. И все, и на этом как бы мы закончились. Ладно, смотрим дальше. Кстати, профетки с такой игрой в идеале собрать рефрешера. Кстати, не понимаю, почему он не пользуется актуальностью. Раньше Артизий прекрасно показывал, как этот айтем работает. Когда у тебя да. Два экзорцизма подряд, только заканчивается первый, тут же запускаешь второй. Да, и если ты идешь пушить, это, конечно, очень круто. Ну, по-прежнему летает этот дракон, по-прежнему развлекает он людей, по-прежнему не могут его убить. Невероятно интересная игра за лайфстилера. Особенно у лайфстилера. Он да. Когда последний раз ванды кидал? Спроси у него. Зачем? Он вообще... забыл, как они он кидаются. Забыл скиллы вообще. О, вылез. Смотри, все. Громоящера полез? Громоящера, да, все. Громоящера. Пойду, громоящера из Фрэнзи. Фрэнзи крутая тема. 75 атак скидов. Кинкову кидать. Слэмчик можно давать, слэмчик. Все музыкальные темы идут, смотри. Смотри, пошел. Ты 20 армора. И давай, побежал на свою позицию. Вот сюда, братан, ты что, забыл, где твое место? О, хорош, пошел, красавчик, смотри. Смотри, что творит Слэм, Фрэнзи. Ломает барак. Да не должен ты ломать барак, ломай саппортов. Ну вот, смотри, инвокер пытается инвокер... с ним спорить. Ой-ой-ой. Смотри, урса. Ничего страшного. ЕМП. Пусть его бьют, но только пусть заходят при этом. Барак ты добей. Еще кутни разок. Все, куснул. Во, молодец. Минус барак. Разрушен. Уже нет. Неплохо. Да, хороши, молодцы. Сейчас пойти и скушать еще одного. Глеймс там. Чесси рейдж, да, не того Глеймса. Худший таргет выбрали. Почему, блин, не ЦМ-ку? Почему не Свиндлза? Ну, ЦМ-ка скучно, как бы. ЦМ-ка она того не стоит. Согласен. Появляется Лотус Орпу Свиндлза. Свиндлз, кстати, тоже очень хорошо припакован на этом Дарксире. Ну, на самом деле, Винг сейчас в такой ситуации. Ой-ой-ой, Бэтрайдер прыгает, цепляет, будет ли хелпа, тут Инусус хорошо запрыгнул, ну, не то чтобы хорошо, так себе запрыгнул. Ханский тут, конечно, скорее всего, погибнет, его еще глимсует, боже, он до сих пор живой, только сейчас погибает. Ну, убили Сэмку. Что-то нужно делать, Винкс, потому что вот по этой же стратегии будет и дальше происходить все. Подошли, да. С экзортизмом постояли, барак упал и так далее. То есть айтемов новых за 2 минуты особо не появляется, чтобы дефать. Идет Ancient Granite Golem, Рубик страдает уже от него. Бедный Айсайз. Шанчик умрет, он и... уже умер. Все. Не, у него глиммер. А, у него глиммер, ну просто и гори здесь на него и все. Нужно идти дальше, инвокер убил тавр, так. Урса бежит просто параллельно. А, он вижн дает, чтобы кого-то глимсанули. Ну и Урса не может блинкануться, Z-фрик за ним тоже. И вот так вот Doom, глимсанули и загрызет Чесси тут Урсу. Отлично, отлично сыграно. Ну это такая, ну короче, Valve, ну так нечестно. Я не знаю, я вот сейчас смотрю эту игру, как же... Не, я не пригорел, мне просто очень жаль пацанов из Wings, но это же просто нечестно. Ну это нечестно, когда ты дерешься постоянно с крипом 2000 хп, с КД в минуту,
из БКБ вечный. У которого вечный Black King Bar. Да, я тоже считаю, что это нечестно. Но это не отменяет то, что это работает в Доте. Это работает. Это Дота, и это все, что работает в Доте, можно юзать. Сказано же уже было миллион раз, как бы, да? И следующий големец. Подожди. Не, подожди, тут только маленький. Маленький нечестно. Маленький — это отстойный. Надо стак делать. Да, нужно сделать. Вот этих надо убить, ты понимаешь, что стак-то не сделается, их надо убить. Сделался, хорош. Но все равно их надо убить. Всех. Оставить только большого этого и все. Как же так? Тандерхайда одного оставить, а всех замесить. Ну так нормально. Родителей поюзали, детей просто скушали и все. Фильм ужасов какой-то. Фильм ужасов, действительно. А что ты думал? Реалии Доты. Ну, там, тем временем, продолжает летать Санстрайки на чек Рошана. Стоит здесь Кристал Мейден без печали. И пошел Ancient Тандерхайд в очередную погоню. За кем-то. За Рубиком, конечно. А как работает инфест по описанию? Ну что делает он с крипом? Почему крип? Он его подчиняет, типа. Неплохое подчинение — залезть внутрь. Ну, у него контрол, видишь. Лайфстилер. Size is control of the host body's nervous system. Ага, то есть нервная система управляет. Allowing him to issue movement and attack orders from within. Controlled units share lifestealer's movement speed. Вот это бы надо бы убрать. Да. Нечестно. А вот это cannot be used on the enemy. On the heroes, это было бы круто. Тоже убрать. Залез в думу посреди из своего бряк. Либо в чужую урсу залез, пошел под... Там тем временем пошла у нас драка на руне. Забрали быстро Дарксира. И заходит на Рошана Шэдоу. Кстати, стоит ли комплекте идти драться? Я думаю, комплекте там ничего не делают. Вообще ничего не делают. Я бы на их месте уходил. Экзортизм, не, ну Лимп может позадувать вот так. Это вот. Бессмысленно. СМ-ка может запрыгнуть. О, пришел. Зачекал. И бежать. И бежать, потому что Урса в БКБ. А Урса в БКБ — опасный зверь. Царапнуло. Один разочек. Ну, вообще... Винкс все равно могут эту игру выиграть, они до сих пор нет, не ведут они, 4000 проигрывают, по XP все очень-очень ровно. Боже, как же горит этот Форгет. Сгорел надо, Форгет? Надо поменять крипа на дракона. Красавчик Чесси, он прекрасно понимает, что транспорт нужно менять. Он как нормальный серьезный бизнесмен должен хотя бы раз в 2 минуты менять машину. Ну нормальных серьезных бизнесмен — несколько машин сразу. Ну да, а это просто менять. Нет, перекупщик какой-то. Он просто барыга, да? Барыга. Скорее, да. Окей, хорошо, даже не бизнесмен, а барыга вот такой. Ну серьезно. Так, ну поехали дальше, кого-то искать. Что урсы? Урсы есть же? Боже, урсы робов магии. Что это за робов магии? Дифуза, скорее всего. А зачем тогда башер? Башер с дифузами стакается, это не проблема. Не, просто если ты уже начал собирать башер, тогда собираешь. Да, часто сейчас так делают. Ну, дифуза — это неплохой выбор, на самом деле. Вдруг не, выбор отличный. Выбор отличный, вообще словить людей, дифузить щитки какие-то разнообразные. Почему бы и нет? А на дракона дифузы работают. Это беда, на дракона вообще ни хрена не работает. Почему нет спала привести в чувство? Ну, типа, заставить выплюнуть лайфстиллера. Оп, Свиндлс поймали, и опять минус Свиндлс. Очень хорошо, опять смоук реализован, 60 секунд без Дарксира. Свиндлса поймали уже в пятый раз, у него 1-5. Ну и что дальше? Пофармить немного энчентов и, наверное, куда-то идти на хайграунд или... Нет. Тут хайграунд... Не, подожди, стой, ты забыл, это Винкс. Винкс — это очень неторопливые ребята. Да, в комплекте, кстати, тоже. Вот я вот в начале эфира говорил о том, что они вчера играли 3 игры, и все 3 игры были такие вот упорные, затянутые, долгие. Ну, здесь приблизительно будет то же самое, как бы... Это факт. А инвок понемножечку выходит в Октаринчик. Октарин — это хорошо. Ну да, выбор объяснимый для него. Чуть быстрее травела, будет мобильней. Потом еще доберет какой-то муншард, продаст мидас, соберет себе хекс. И у него все вообще замечательно будет. Да, правда, будет... что с драконом делать? Конечно. Все равно не ясно. С руки просто пилить, как бы дать возможность Урсе запрыгнуть и как-то его побить. Ах, поймали у нас Ханскина. Ну блин, вот я не знаю, что делать комплекте. Стрел по одному идет, знаешь, бешеный медведь, да. Находит всех на карте. И как там убивает. Вчера мне кто-то написал, я Урсалин, и я самый быстрый медведь на этой карте. Ну, когда у нас пошло обсуждение, может ли медведь выйти из хроносферы? Да, я вчера тоже серьезно занялся изучением этого вопроса после вашего обсуждения, и я не понял, что это за фигня.
Какой? Что это за спелл хроносфера вообще? У спеллов есть какая-то характеризация. Это баф, дебаф, стан. А что такое хроносфера? Ну, это дебаф, который не нон-стоп обновляется. Это как баф Свена к ДС. Ты же не можешь снять его диффузами. Ты его, ну, точнее, ты можешь классный, но он снимется на 0-0-0-0-0-0-0-0-1 и тут же обновится. То же самое с хроносферой. Ты Корсаж может рыкнуть в хроносфере. Может. Она просто ходить не может. То есть может. Сам баф на нее пойдет. Ну, 80% будет работать, правильно? Да. Да, будет работать, но не может бегать там. То есть, теоретически это опять-таки ломает все уставы доты, потому что в хроносфере как бы останавливается время. И там ничего не должно происходить. Я медоед. Мне все на время. Да, медоеду на всех мы знаем это, да. Хороший видос. Появляется Октарин первый на Банше, скоро появится Октарин второй у нас. А, нет, есть уже Октарин, извините, у Блинка. Неужели пошли в атаку колы? Надоело им умирать, и не пытается догнать здесь Шэдоу. А, нет, это Шэдоу пытался догнать, развалить, что у него сейчас закончится БКБ. Заткнули Z3-ка, ой, не Z3-ка, извините, заткнули Фейсбьяна. Фейсбьяна пытается загнать, Фейсбьян, нет, умрет он здесь в любом случае. Да, так оно и есть, Урса без БКБ, пошел Новый год. Свиндус погибает, пытается Шэдоу как-то подраться, но с Чесси одновременно с Лимпом ему тут не подраться никак. Минус 2, байбеков. Куча байбеков, сейчас пытается уйти отсюда инвокер, если по нему вижен, есть... Вижен возвращает сюда Бэтрайдер. У него, кстати, если что, есть лассо, поэтому зафрик здесь отсюда никак. Глимс назад, приезжает сюда Чесси. Может быть, лассо на него есть. Лассо подходит сюда Урса под оверпауэр. Он пытается размотать его. Работает трейдинг, конечно, неплохо, но все равно Чесси погибает. Ой-ой-ой, а у него нет байбека. У него нет байбека 72 секунды. Боже, вот это играл всю игру. Бегал для того, чтобы вот так вот первый раз в игре сдохнуть без байбека и потерять... А, почему сторону? Может, две. Мне кажется, что это минимум две. Тут, а, ну, инвокер, я хотел сказать, тут пушеры такие. У инвокера гадлайк, инвокер 9-1-6, он сам в начале умер, после этого 9 фрагов сделал, а мегакилл, кстати, отдал только что лайфстиллер, инвокер отыгрывает просто блестяще эту игру, Блинк вообще красавчик, и очень он силен, ну и вот, смотрите, пошел, конечно, клиф. И будут пытаться даже без лайфстиллера что-то делать, должны пытаться, потому что потеряют две стороны. Они ничего не сделают, экзорцизма пока нет, еще 30 секунд, куда-то там ты там не всплываешь вообще никак. Если Винкс уйдут, это, конечно, будет грубейшая ошибка. Да они не должны уходить, они должны идти на вторую сторону. Байбек появляется у лайфстиллера, если что, Дум тоже появился. Ничего страшного. Но у него тоже ультимейта нет. 30 секунд нет ключевых ультимейтов, все. Очень побоялись. Вариантов сейчас, нет здесь. Куда побоялись? Вы что делаете, демоны? Они побоялись, они в итоге просто-напросто восстановили статус-кво, потому что стороны нету у них, стороны нету у колов. Ну вот могли сейчас игру выиграть. Где человек, который считает тайминги? Который должен сейчас сказать, у них нет ульты еще там 20 секунд, у них нет этого еще 30 секунд. Можем спокойно... Сложно, Витя, сложно. Ладно. Это слишком сложно, невозможно просто сесть и посчитать тайминг. Diffusion Blade на Урсе появляется... Все отлично. Шэдоу, несмотря на то, что умер в драке, сделал байбек, вернулся и, в принципе, все ок. Пошло у Уинкс. Ну, кстати, работа тренера, смотри. Он же по-любому должен будет, который за спиной стоять, фиксировать тайминги, нажатия, ну, это понятно, и так далее. Видишь, сейчас же на турнирах это запрещают. Сейчас, да, жаль. Ну, а вообще, да, если шестой человек... Ну, блин, скажу, что даже я, будучи просто менеджером команды, там, на Асусах старых, там, в 10-м году, я сидел просто с блокнотиками, я и Эш потом так же делал, и просто-напросто тайминги, там, элементарных ультов, типа Ревиджа, типа... Блэкхола всяких. Да, я всегда считал. Давал инфу. Легкий байт от Илата на тренерский слот. Не, я не хочу быть тренером. Да ну отстань, прикольно же. Понимаешь, я этих школьников просто всех буду, я их реально избивать буду. Я их просто буду как этот из газмяса просто. Я их просто ногами буду валить. Ты должен сначала их заставить подписать контракт, что не имеют претензий. Я уверен, что я бы нашел себе команду, и много людей бы согласились поиграть. Ну только айсберга нельзя было убить, его только хвалить. Нормально, нет, я бы с айсбергом справился. У меня там есть другие способы справляться с ним. Так, ну что, здесь опять смындался? Ай, на этот раз извините, Хан Фенли туда что-то. Он погибает. Кстати, Свиндус очень битый, полоса ботуса, ну куда что тут уйдет, братан пытается что-либо сделать, тоже погибает, это минус 2. А зачем Сэмка сделала байбек, она что-то забирает? Слушай, Урса без байбека, 94 секунды, хорошо цепанули Урсу, убили ее, заканчивается, конечно, экзорцизм, но можно драться, инвокер может всех попытаться разложить, но если убьют здесь инвокера, комплекте выиграют. Айсвол, Лим получает колд снэписи, Турнат уже прожимает на себя Юл, Айсайс сейчас погибнет, погибает Айсайс. Заходит сюда Дум, ультимейт у него нет, инвокер не убегает, ты здесь нужен своей команде, начинает разминать Зефрика, Зефрик, блокинг бар заканчивается, сейчас будет какой-то торнадо, пошел метеор, бласт, Чесси, может и отъехать просто от автоатаки, приходит сюда Дарксир, есть грифсы, есть Сюрш.
и убегает отсюда инвокер. Ой-ой-ой, инвокер, да, убежал. Все-таки спасли. Я думаю, что он сейчас вернется разматывать. Надо разворачивать. Хорошо, еще раз Рубика убили. 50 секунд еще есть. Битый фейсбайн очень сильно. Там ветра, Климп летает. На хайграунде бегает Z-Freaks. Трое героев команды Винкс всего живы. И надо комплексит бить. Надо давить до конца. Они понимают, что байбаков нет. Они прекрасно это понимают. Они могут сейчас сделать мега-крипов в очень тяжелой игре. В игре, в которой до последнего был непонятно, кто выиграет. Ну и блин, почему же Винкс ушли с того хайграунда? Почему же они не заставили Чейси хотя бы сделать байбек там? И не пошли на вторую сторону, не рискнули, и зря. Куда идут колы? Драться, ребята, не надо было раньше нажимать, надо было, чтобы команда подтягивалась. Да, он сейчас драться будет через 2 секунды, они по-любому драться, потащили, Чейси, метеор, блок, как же ему больно! Чейси может погибнуть, погибает Чейси. Байбеки лететь сюда, байбеки сюда лететь, у тебя есть время, чтобы выиграть игру сейчас, почему ты этого не делаешь? Я думаю, они без него справятся. У него были бы тревела, блин, у него вообще... Они справятся без него, там работают. Так а почему же сидит в таверне? Ну че ж ты сидишь в таверне-то? Тут же идет решающая драка игры, выкупайся, покупай тревела, лети сюда, не тупи Чейси. Ну ладно, и без него могут... Я уже вижу тренера Вилат, который... Решающая драка крыса. Выкупился, полетел, съел. Что ты делаешь? Нахрена байбекнулся, там и без тебя выиграл. Это было бы очень смешно. Я бы уже реально вот байбек ему клацнул, давай беги. Был бы я сначала тренером Wings, я бы реально просто уже такого бы ляща бы дал каждому за первый момент. И сейчас бы тоже был бы я тренером комплекса, я бы тоже орал бы просто в ухо Чейси на шведском языке. Бегом выкупайся, покупай тревела, лети к команде. Но именно поэтому я не являюсь тренером. Да, это я тоже так думаю. Я думаю, команда бы меня уволила где-то после первого Best of 1, где-то в онлайне. На пиках я бы... Бегай, что ты смотришь? Хирурга бери. Т4, давай, ребята, я болею за Wings. Давай, Wings, вы можете, китайцы. Ничего страшного, драться, добей Т4, нет шанса. У вас мега крипы, если вы отойдете, вы проиграли. Просто вместе и до конца. Вместе и до конца. Давай, вот это вот. Сейчас, во, есть ТП. Хорошо, сейчас будет заруба. Все может произойти, действительно Чейси может произойти. Чейси пошел, метеор запрыгнул. У него есть байбек, если что, хорошо, на нем лотус. Пытается выставить Биана, Биан тратит время для того, чтобы констатировать Чейси проседает очень сильно. Чейси очень сильно проседает, его убили. Байбек делает Чейси, здесь задумили инвокера. Ай-яй-яй, какая боль. От Климп. Лимп тоже в думе. Лимп экзорцизм прожать не может, но тут на самом деле беда, потому что нет Урсы байбека, инвокер единственный, кто отсюда спасается, делает ТП, чтобы подефать. Должны сейчас идти в ласт пуш, ребята. 5 живых игроков в комплексе против 3 живых игроков Винкс. Тяжеловато. Эх, но все равно красавчики Винкс, они пошли, они попытались. Они даже могли, если бы что-то один раз убили лайфстилера, если бы где-то как-то чуть-чуть лучше пошло, кто-то бы тупанул Урса, на кого-то там прыг пару раз бы грызануло, было бы очень круто, но... Опять ты в громоящере, ты же на победу идешь в громоящере. Громоящер, да, он хочет выиграть, просто сидя в громоящере. Громоящеры ему сделали эту игру. Он пошел крипов бить, не хочет он бить Т4, он будет бить крипов. Урса, байбек! Поехали, давайте, пацаны, давай, блин, я верю в тебя, прыгает, блин, ой, пошли, раскаты, пошли, блоты, пошли, метеоры, ну, а дальше? Лим может сейчас погибнуть, Урса его грызет очень больно, если там Ю в КД, Лим сейчас действительно, скорее всего, откинется, нет, выживает из Shadow, заканчивается Blacking Bar, неплохой там, вроде как был вакуум, но на этом все. Команда была слишком далеко, он прыгнул, он действительно мог убить, но далековато был инвокер и ничего не мог сделать дизраптор, но в итоге, к сожалению, не смогли. Good game, well played, 48 минута, Complexity 1-0, это веселая и задорная игра с кучей веселых вещей. О. Ютубчик был. Ютубчик. Реклама Ютуба посреди эфира. Да, это мы, может даже покажем картинку из Манилы, если у нас получится, а может быть нет. Ну, я надеюсь, что у нас получится. Мы вообще-то всемогущая студия. Как вы? Ты вообще не должен говорить такого слова «не получится». Он опять получилось нас показать. Ну, это тоже неплохо. Чего с черепом у Найкса? А вы так приметите, что с черепом у Найкса? Ну, смотри, какой он. Он странный. Он какой-то белый. Ну, простой черепочек. Почему бы и нет?